Виктор Янукович продал половину страны всего за 50 дней правления. Об этом заявляет украинская оппозиция. Противники новоизбранного президента не намерены закрывать глаза на антигосударственные действия президента. Акция протеста по всей стране. Так намерена оппозиция выражать свой протест, который должен привести к смене власти. В Украине не исключают, что вопрос Крыма может оказаться на повестке дня очередного раунда российско-украинских переговоров. Еще не все потеряно. У нас есть сила и уверенность в том, что мы сможем отстоять национальные интересы. Ясно, что через 50 дней президентства Янукович продал половину Украины. Если ничего не предпринимать, эта власть передаст всю страну в чужие руки. Поэтому мы начинаем массовые акции протеста. Мы должны вывести на улицы наших сторонников. Наша сила в единстве. Перед нами две задачи. Первая – пересмотр результатов выборов. Вторая – демонтаж режима Януковича.